После этой встречи приготовиться. Бейшекова Айганеш, Мусконова Гульдана. Решительная встреча. Проходите, проходите, проходите. Просто быстро, ровно проходи, не сгибай. Обратно надо вернуться. Треугольник, да. Перегрегал захват. Двумя руками одну руку отжимай, на одной рукой ничего не сможешь. Перегрегал захват. Ноги перехвати, заходи на стопы. Да. Оттопся. Вот так, наверх, наверх, садись, садись. Держи, держи, держи. Держи, держи, только хорошо, как ноги возьми. Сначала на голову. Вот так. В этой встрече победу одержала Джанбек из Сабрины и борется за третье место. В этой встрече победу одержала Кафирова Нуриза. На татами приглашается Канатбек Казызарима, Амантурова Назима. После этой встречи приготовится Бахытбек Кызы Аруке, Абдилманап Кызы Сара. Thank you.
встрече победу одержала Амантурова. В этой встрече победу одержала Усконова Гульда. Встречу победу одержала Кумаметова Бекматова Нурджана, татами номер 2. Борьба за третье место. В этой встрече победу одержала Абдилманап Казасара. После этой встречи приготовится весовая категория до 55 килограмм. Борьба за третье место. Нурланова Толунай, Сиакян Рима. В связи с неявкой победа присуждается Бекпаматова Нурджанат.
Поправка. Омурбекова Нурда занимает третье место. На татами приглашается Канатбек Кызы Залима, Абдилманап Кызы Сара. Выходи. До встречи победа одержала Манап Кызы Сара. Татами номер два приглашается. Борьба за третье место. Вес 55 килограмм. Нурланова Толонай. Саакян Римма. В этой встрече победу одержала Туктубаева Алмагуль и заняла третье место. Thank you.
На татами номер один после этой встречи приготовиться узконного гульдана. Бекмурзак Зашаида. Готовьтесь заранее. На татами номер один одержала победу Замирбекова Фарида и заняла третье место. Финальные встречи будут проходить на первом татами. Приготовиться. Вес 49 килограмм. Кадралиева Элиза, Физиева Юля. Финальные встречи. Девочки. В этой встрече победу одержала Бекмурзак Зашаида и заняла третье место.